квартале Барнаульский лес стало еще зеленее. В выходные там появились 14 молодых елей и сосен. Это компенсационная посадка от компании «Мой дом», которая скоро начнет возводить по соседству зеленый квартал «Вышка». В начале года местные жители, обеспокоенные возможными вырубками из-за строительства и застройщик, пришли к соглашению, как сохранить зелень в жилой зоне. Это уже вторая высадка. Те деревья, которые мы высадили, вот вы видели первый этап, 12 деревьев, за ними происходит уход, их осматривают, подпитывают. То есть они не бесхозные. Также и с этой высадкой будет происходить. То есть у подрядчика есть гарантийные обязательства по поводу прижития, да, саженцев. Сосны и ели высадили внутри двора и со стороны въезда в жилой квартал. А на территории будущего комплекса оберегают взрослые деревья. Липы и березы обнесли обрешеткой, чтобы не повредить стволы во время строительства. На этом участке скоро начнут возводить первый в Барнауле эко-комплекс из 9 этажек, вписанных в рельеф с перепадом высоты в 10 метров. Когда мы построим свой комплекс, забор уберется, и эта территория будет объединена вместе с существующим жилым комплексом. Дополнительно будет проведено еще озеленение по окончанию работ. И все это будет в одном комплексе. Концепция – это открытая территория для всех прилегающих жителей микрорайона. А еще это позволит следовать концепции зеленого двора без машин. Отсутствие визуального шума позволит жильцам ощутить единение с природой. Сейчас проект зеленого квартала проходит утверждение градсовета, но застройщик уже выполняет обязательства перед местными жителями. Кстати, часть деревьев пересадили в парк Изумрудный. Все прижились. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.